Всем привет! Сегодня мы сделаем оригами летучая мышь. Вот такая получается красивая летучая мышь. Вот так она выглядит с другой стороны. Делать такое оригами совсем не сложно. И получается очень красивая бумажная летучая мышь. Давайте мы это оригами сделаем вместе. Для того, чтобы сделать летучую мышь, берем квадратный лист размером 15 на 15 сантиметров. Берем лист, складываем его на бок вдвое. Раскладываем обратно. Теперь в другую сторону складываем лист вдвое. Снова раскладываем. Боковые стороны загибаем на бок центральной линии с обеих сторон. Загибаем лист с одной стороны. Наводим. И загибаем лист с другой стороны. Наводим лист. Переворачиваем одну сторону. И теперь вот эту сторону складываем к вот этой линии. Сложили лист и хорошо его наводим. Переворачиваем лист обратно. С другой стороны переворачиваем лист. И складываем лист вдвое. Наведем. Сложим лист на бок вдвое. Наведем лист. Перевернем обратно. Загибаем верхние боковые стороны вниз по центральной линии с одной стороны и с другой стороны. Переворачиваем обратно. Поднимаем одну сторону. Расширяем середину и сверху придавливаем. Наводим лист. Переворачиваем на другую сторону. Перевернем лист на другую сторону. Наведем. Поднимаем листочек вверх, расширяем середину и сверху прижимаем. Хорошо наводим. Вот у нас первая линия. По этой линии переворачиваем лист. Наводим. И сверху прижимаем. Теперь с другой стороны прижимаем лист. И наводим. Все хорошо наведем. Получается вот так. Перевернем лист на другую сторону. Вот у нас есть линия. По этой линии переворачиваем лист. Наводим в середине.
и прижимаем сверху с одной стороны и с другой стороны. Хорошо наведем. Получается вот так. Развернем лист другой стороной. И верхний лист перевернем вверх. Переворачиваем лист на бок. И вот эту сторону загибаем вот этой линией. Наводим лист и переворачиваем обратно. Также делаем и с другой стороны. Переворачиваем лист. И вот эту сторону загибаем вот этой линии. Хорошо наводим и переворачиваем лист обратно. Все хорошо наведем. Переворачиваем лист на другую сторону. Теперь начинаю вот от этого листочка и оканчиваю вот этим листочком. Листочек загибаем вниз. Переворачиваем листочки вниз. Вот так. И хорошо наводим. И с другой стороны, вот от этого листочка к этому листочку, вот этот лист переворачиваем вниз. Наводим. Получается вот так. Теперь вот возле нижнего листочка расширяем листы. Вот так. Верхний лист можно перевернуть. И прижимаем листы сверху. Равняем таким образом, чтобы верхний и нижний лист были на одном уровне. Расплющили лист и хорошо наводим. Теперь с другой стороны отделяем нижний листочек и расширяем листы. Этот лист перевернем и придавливаем сверху. Расплющиваем. Вот, ложим таким образом, чтобы верхний и нижний лист были на одном уровне. Теперь все наведем. Теперь вот этот листочек перевернем и наведем. И с другой стороны вот этот лист переворачиваем и наводим. Получается вот так. Теперь вот этот уголок загибаем вниз. Хорошо наведем. Теперь вот эту сторону загибаем вниз вот по этому листочку. Загибаем уголок. Наводим.
с другой стороны также вот эту сторону загибаем к этому листочку, загибаем уголок и наводим. Теперь вот этот уголок загибаем к началу вот этой линии. Переворачиваем уголок, ложим возле линии и хорошо наводим. Берем нашу летучую мышь, переворачиваем на другую сторону. Теперь у нас получается вот такая летучая мышь, и теперь ее нужно разрисовать. Для того, чтобы летучую мышь разрисовать, берем фломастеры и рисуем ей вот такие глаза, рот и румяна с обеих сторон. После того, как вы летучую мышь разрисуете, наше оригами будет уже полностью готовым. А я надеюсь, что оно вам понравилось. Желаю всем успехов!